Весной этого года Яндекс подали заявки на регистрацию порядка 17 торговых знаков в сфере банковских, страховых и инвестиционных услуг. Представители Яндекс говорят, что не все регистрируемые патенты и знаки нужны ими в работе. Но продажи Яндекс деньги Сбербанку все меняет. Отказ Яндекса от небанковского проекта сигнализирует о решительной позиции компании завоевывать рынок финансовых услуг. Какие торговые марки планируют вывести на рынок Яндекс? Подробнее об этом смотрите в ленте.